Где он? Где вы его храните? Волан-де-Морт. Происхождение наследника. Уворачивается от Бладжера, бросает квофл своим фирменным крученым и забивает решающий гол. Потрясающий матч. Круто.
Это твой дневник? Это же просто глупо. Ты о чем? Квиддич. Люди носятся на метлах и гоняются за летающими мячиками. Какая нелепость. Хуже не придумаешь. Но он реален. Хотя, признаюсь, точка зрения интересная. Никогда об этом не думала. Но, может, это магловская часть тебя считает квиддич глупостью? Я не магл. Во мне нет ни капли грязной крови. Я лучший ученик Хогвартса за всю его историю. И однажды я стану величайшим волшебником всех времен. Уверяю тебя. Я всего лишь второкурсница, Том. Я о себе толком ничего не знаю. Но я точно знаю одно. Ты уникален. В этом я не сомневаюсь. Конечно, ты станешь самым великим волшебником. Будьте начеку, она опасна. Нет прошлого, нет будущего. Введите ей сыворотку правды. Чего тогда дневник? А я? Ты запоешь, словно сирена. Прощай, Гриша. Что вы сделали со мной? Что вы сделали? Итак, посмотрим. Гриша Маклаген окончила Хогвартс в 1950-м. Мракоборец второго ранга, Орден Морганы, 2 года где-то пропадала. Полагаю, личное расследование. Я мог бы оскорбиться. Учитывая, что ты невероятным образом переломала кости моим людям, я ожидал волшебницу поинтереснее. И уж точно не эксперта в алхимии. А какая необычная техника перемещения. Что это за магия? Совсем не похоже на обычную трансгрессию. Послушайте меня, генерал Макаров. Вы совершаете ошибку. О, вы знаете мое имя? Я удивлен. Однако, согласитесь, мисс, что пробираться в хранилище советского отдела мракоборцев без какого-либо разрешения ошибка гораздо серьезнее, чем любая из тех, что я совершал. И мы говорим о запрятанном и надежно защищенном хранилище. Поэтому могу только представить, насколько серьезны ваши намерения. Спрошу прямо. Что вам нужно, мисс Маклаген? У вас есть нечто, что вам не принадлежит. Нечто важное для завершения моего расследования. И все же, мы не получили запрос о сотрудничестве из британского отдела. И я делаю вывод, что вы здесь по личному делу. Не так ли, мисс? Вы должны мне помочь. Вы даже не представляете, что на кону. Почему бы нам не проверить чудесное действие зелья, которое поступает в вашу кровь, пока мы разговариваем?
что вы пытались украсть, мисс Маклаген. Дневник. Дневник, принадлежавший Тому, Нарвала, Редлу. Так я и думал. Том, Нарвала, Редл. После падения Геллерта Гриндевальда советские земли были переполнены темной магией. Артефакты, которые этот ублюдок и его приспешники были вынуждены прятать после поражения. Но одна из наших разведывательных групп нашла кое-что необычное. Вещица, чертовски хорошо защищенная. Самый способный из нас отдал свою жизнь в попытке справиться с этой магией. Дневник, очевидно, принадлежавший Тому, Нарвалу, Редлу, который загадочным образом исчез 10 лет назад. Чистое досье, никаких связей с Геллертом Гриндевальдом. Ни один из наших дезиллюзионистов не смог ничего получить с этих страниц. Ни одного проклятого слова! А потом появляетесь вы. Британский мракоборец, идущий по следу убийцы Хепзибы Смит и... Тома Нарвала Редла, нашего мистера Никто. Зачем? Это дневник? Моя единственная зацепка. Единственный шанс остановить Тома. Тома, вы о мистере Редле? Не знал, что вы были друзьями. Или... даже ближе? Мы были друзьями. Нас было четверо. Мы хотели изменить мир. Четверо? Не так быстро. Поговорим о Редле. Согласно материалам расследования, найденным в вашей сумке, он, похоже, был замешан в нескольких преступлениях, самым скандальным из которых за последние годы было... убийство Хепзибы Смит. И вы в это верите, не так ли? Это долгая история. И началась она задолго до дня убийства Хепзибы Смит. Убедите меня в этом. Не упустите ни одной детали. Думаю, вам уже известно о четырех основателях Хогвартса. Но вот чего многие не знают, так это то, что у них остались потомки. Ricto Sempra! Lipendo! Expelliarmus! Необычный выбор. Flipendo. Поздравляю вас, ребята. Черт, в этот раз у меня было предчувствие. Я думал, что выиграю. Тебе нужно больше работать ногами. Если не готов использовать Expelliarmus, уворачивайся. Уверен, ты вспомнишь об этом в следующий раз. Я тренировался каждый день. Однажды я смогу тебя победить, дружище. Я уверен. Ты еще не скоро сможешь победить старшекурсника. Давай, смейся, пока можешь. Клянусь. Однажды я стану сильнейшим волшебником. Сильнее Дамблдора. Сильнее тебя, Уиглов. А потом... женюсь на тебе, Гриша. О, боже, опять началось. Я женюсь на тебе, и у нас будут прекрасные детишки. Найду потерянную чашу своего факультета, верну древний замок Пенелопы Пуффендуй, и мы будем жить долго и счастливо. Как тебе? Хватит нести чушь. Ну же, возможно, это наша последняя встреча в Хогвартсе. Нам нужно многое обсудить. Давай, Гриша, скажи что-нибудь. Ну ладно. Давай заключим сделку. Если ты правда станешь великим волшебником, как ты говоришь, то у тебя хватит сил одолеть Тома. Тома? Да, именно. Если победишь Тома, тогда, возможно, я обдумаю твое предложение. Тома! Не смеши меня, Гриша. Ладно, ладно,
Ладно, вся школа знает, что ты влюблена в Тома. И что? Он может и ботаник, но даже отдаленно не сравнится в силе с Уиглофом. Правда? И ты думаешь, что сможешь победить его прямо сейчас? Я? Нет. Не сейчас. Ну хорошо, он уже на 7-м курсе, поэтому... Хватит уже. Вы как дети, которые не поделили шоколадную лягушку. Уиглоф, мы... Мы просто шутим. Шутите? Шутите. Вы помните, зачем мы здесь? Помните, кто мы такие? Почему, несмотря на то, что распределяющая шляпа отправила нас на разные факультеты, мы навеки связаны с судьбой, которую не изменить? Мы наследники. Именно. Наследники? Что это значит? Вы правда... Риджа Маклаген, потомок Годрика и наследница родословной Гриффиндора. Но в досье нет ни слова об этом. Потомки основателей не фигурируют в официальных документах. Это секрет, передающийся от одного поколения другому. А другие наследники? Уиглоф Сигурдсон, наследник Охтеврана, и Лазар Смит, наследник Уфендуя. Мы тренировались, учились, собирали информацию, чтобы понять, где наши предки спрятали фамильное наследие четырех благородных факультетов. Но на самом деле мы были лишь кучкой детей, мечтающих изменить мир. А Том Реддл? Четвертый наследник. Наследник Слизерина. Значит, он тоже был вашим другом? Был. Но Том был другим. Всегда. В тот день что-то изменилось. И помните, мы дали клятву. Мы, наследники, будем сражаться, чтобы искоренить зло. Мы добьемся порядка и справедливости. Мы сделаем мир лучше. Хорошая речь, капитан. Не волнуйтесь, мистер Реддл. Какая честь. Мы же ничто. Всего лишь жалкие волшебники. Так? Мы не ждали, что... такой благородный слизеринец, как вы, снизойдет до ничтожного правила приходить вовремя. Вы правы, капитан. Возможно, вы единственные волшебники, не считая слизеринцев, с кем я готов разговаривать. Не то чтобы они были достойны этого. Риджа, он дематериализовался. Мы в выручай комнате, идиот. Мы говорили о возможных наследиях факультетов, которые, возможно, тебе интересны. О, отличные новости. Вообще-то, мы с Гриджей обсуждали, кто лучше волшебник, ты или Уиглоф. Ну я просто... Прекратите. В чем дело? Боишься проиграть, Кэп? Здесь никогда не было Кэпа. А, ну же, Уиглоф, ты словно боишься Тома. Если бы ты захотел, ты мог бы победить его в два счета. Вот увидишь, Гриджа. Это что-то новенькое. Это правда, Кэп? Ребята, прекратите. Я не буду сражаться с тобой, Реддл. Но я думаю, что хочешь. Это последний раз? Когда мы встречаемся, да? Сейчас? Или никогда? Верно! Верно! У нас нет повода сражаться. Ты мне не враг. Пока что. Мы не говорим о смертельном поединке, Кэп. Просто любительский бой. Понимаете? Том, может... Мы все знаем, как сильно вы желаете доказать превосходство ворона над змеей. Хватит!
Расслабьтесь, капитан. Это всего лишь шутка. Ну уже, капитан, где же ваше чувство юмора? Честно говоря, у вас его никогда и не было. Ладно, Гриша, Уиглов не хочет сражаться с Томом, тогда я попробую. И потом тебе придется выйти за меня. Что? Ты же не хочешь этого, Лазарь. Ты прекрасно знаешь, что не готов к этому поединку. Да? Посмотрим. Лазарь. Лазарь, хватит! Ты слышал Тома? Хоть раз послушай того, кто старше. Конечно. Том! 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 Ты хочешь, чтобы все всегда слушались Тома? Лазарь! Прекрати! У тебя больше нет козырей в рукаве, Лаз. Оу-оу. Прощай, Гриша. Лазарь, он просто хотел привлечь мое внимание. Но Том... Им что-то овладело. Вроде тени. Лазарь, жажда власти. Ты сломал ему руку. Готовность на все, чтобы наказать слабого. И показать свое... безусловное превосходство. Это был конец всему. Так или иначе. Что случилось потом? Несколько дней спустя закончился учебный год, и это означало, что Уиглов и Том должны были покинуть Хогвартс. Я все еще не понимаю, как все это связано со смертью Хепзибы Смит. После окончания школы Том попросил у директора Диппета разрешение остаться преподавать защиту от темных искусств. Но Диппет отказал, посоветовав ему подождать несколько лет. Вот так Том, примерный ученик и новое дарование магического мира, каким многие его и считали, вопреки ожиданиям остальных, устраивается в Горбинеберг, торговцем темными артефактами и реликвиями на задворках Лютного переулка. Да, проработал там несколько лет. Затем таинственно исчез. Всего за несколько дней до того, как обнаружили тело старухи Смит, 1955 год стал известен скандалом. Домашний эльф убила собственную хозяйку. Ее отравили. Преступление не раскрыто. Эльф созналась. Так что, мисс Маклаген, спрошу еще раз. Какое отношение Том Реддл имеет к смерти Хепзибы Смит? Хепзиба Смит – потомок рода Пуффендуй. Тетя Лазаря Смита. Истинная наследница Пенелопы. Интересно. Чем Лазарь занимался после школы? Лазарь – единственный среди наследников, сумевший найти семейное наследие, чашу Пенелопы Пуффендуй. Но его кто-то преследовал. Могущественный, темный волшебник, желавший заполучить чашу. Лазарь нам написал, что собирался спрятать ее у своей тети Хепзибы. Он думал, что у этой одержимой старухи чаша будет в безопасности, но... Когда сова доставила нам письмо, было слишком поздно. Лазарь был уже мертв, а несколько дней спустя и его тетя. Значит, этим темным волшебником и был Реддл. Если вы считаете, что он причастен, то у вас есть доказательства. Откуда такая уверенность? Потому что я видела. Есть волшебники,
чьи способности выходят за пределы пространства и времени, мистер Макаров. Альбус Дамблдор. Он всегда относился к Тому с большим уважением. Хоть и был единственным, кто всегда знал, насколько тот может быть опасен. Мисс Маклаген. Спустя несколько дней после смерти хозяйки погибает и домовой эльф Похлёба. Возможно, от потрясения тем, что она была убийцей мисс Хепзибы. Но судьба снова оказалась на стороне профессора Дамблдора. Ему удалось проникнуть в подсознание эльфа, вытащить самые потаенные воспоминания. Какие воспоминания? Что вы видели? Вас в вашем магазине заставляют слишком много работать. Я это 100 раз говорила. Что ж, под каким же предлогом вы навестили старую скучную женщину сегодня? Мистер Берг хотел бы сделать вам выгодное предложение касательно доспехов гоблинской работы. 500 галеонов. Он полагает, это будет более чем справедливо. Нет, не так быстро. Иначе я подумаю, что вы приходите сюда только ради моих безделушек. Мне приказывают являться сюда ради них, мадам. Я лишь бедный служащий и вынужден делать то, что мне велят. Мистер Берг просил узнать. Ха-ха, мистер Берг. Я могу показать вам такое, чего мистер Берг и не видел ни разу. Вы умеете хранить тайны, Том? Пообещайте не говорить мистеру Берку о том, что у меня есть. Но вы, Том, вы способны увидеть в этих вещах их историю, а не одни галеоны, которые за них можно выручить. Я буду более чем рад увидеть все, что пожелает показать мне мисс Хепзиба. Подождите минуточку. Погодите. Я все еще не пойму. Как Том Реддл узнал, что чаша была у мисс Смит, если она получила ее от Лазаря за пару дней до этого? Его работа в Горбин и Берг была лишь частью плана. Разве есть лучший способ, чтобы разузнать все о нелегальной торговле наследиями и магическими артефактами? Мисс Смит была постоянным клиентом. Том знал, что она из рода Пуффендуй, и знал, что ее симпатия может сыграть ему на руку. Так и случилось. Том понял, что Лазарь отдаст ей чашу, и воспользовался этим. Уверена, вам это понравится, Том. О, если бы мои родные узнали, что я показываю их вам. Они все только об одном и мечтают. Как бы присвоить это поскорее? Знаете ли вы, что это такое, дорогуша? Возьмите ее, Том. Рассмотрите получше. Итак... Барсук. Так значит, это... Чаша Пенелопы Пуффендуй, как вам, умному мальчику, отлично известно. Я не говорила, что мы с ней состоим в дальнем родстве. Эта вещица передается в нашей семье из рук в руки уже многие годы. Красивая, правда? Считается, что в ней сокрыты самые разные силы. Впрочем, я это не проверяла. Я просто храню ее у себя в тишине и покое. Думаю, эта вещица понравится вам даже больше. Наклонитесь немного.
Мистер Берг продал мне ее много лет назад. Он был бы рад снова заполучить ее, когда меня не станет. Знак Слизерина. Правильно. Я отдала бы за него руку или ногу, но не упустила бы. О, нет. Такое сокровище просто обязано находиться в моей коллекции. Берг, насколько я знаю, купил этот медальон у какой-то нищенки, укравшей его неведомо где, но понятия не имевшей о его подлинной ценности. Купил этот медальон у какой-то нищенки, укравшей его неведомо где. Хепзиба и понятия не имела, как сильно эти слова повлияют на ее судьбу. Женщина, которая продала медальон Берку? Миропа Мракс. Наследница Салазара Слизерина. Мать Тома Редла. Вы хорошо себя чувствуете, дорогой? О, да. Да. Я чувствую себя прекрасно. Ваши глаза, мне показалось... Впрочем, это, надо полагать, игра света. Забавно. Как случай столь дьявольски удачно переплетается с судьбой. Вы так не считаете, мисс Смит? Дорогуша, я... Ловец преследует снитч. Так, настойчиво, наконец, ловит его, крепко сжимая в руке. Тогда он понимает, что матч он выиграл. А что вы имеете в виду? Бедный милый Лазарус. Такой странный и непредсказуемый мальчик, отвергнутый пуффендуйцами. Но он так гордился своими корнями, рисковал своей жизнью в поисках утерянного семейного наследия. Чаши Пенелопы Пуффендуй. Откуда ты знаешь про Лазаря? Откуда ты знаешь, что чаша была утеряна? И снова он доверился той же семье, которая вычеркнула его из рода Пуффендуй. И вручила чашу вам, в надежде спрятать ее от опасных людей. Людей вроде меня. Что вы? Но мое везение кажется бесконечным, потому что... Уверен, ваш дорогой племянник не учел, что вы также владеете благородным наследием Слизерина. Прекрасно. И теперь то, что я так отчаянно искал, наконец-то моя. Вам нужны мои сокровища? Забирайте, можете взять все. Я считаю это омерзительным. Ваш племянник сделал так много, чтобы найти эту реликвию и восстановить имя вашей семьи. А теперь я смотрю на вас. Столь омерзительная, гнусная и старая. Вы пример того, как низко пали четыре факультета. Если у Пуффендуя и был достойный наследник, то это Лазарь Смит. Но он погиб от моей руки. Что вы сделали? Он хотел поднять этот мир на новый уровень. Хотел, чтобы мир был безопасен и справедлив. Мы все этого хотели. Но вам не о чем волноваться. Его мечта будет жить со мной. Ты наследник Слизерина, Том! Том! У меня есть хранилище в Гринготте. Я богата, я сделаю все, что ты хочешь. Я дам все, что тебе нужно, Том! Дорогой, прошу тебя! Враги наследника! Припишите! Том безупречно инсценировал несчастный случай. Заклятие ложных воспоминаний, необнаружимый яд и совсем немного актерской игры. Домашний эльф признала вину. Мерлинова борода. Той ночью я нанесла визит Тому. Том! Не подозревая о совершенном им преступлении. Алагамора! Том! Я была в отчаянии.
По окончании Хогвартса Том оборвал с нами все связи. После смерти Лазаря я была в ужасе. Что если Том смог добраться до одного из наследий, которое он искал? А что если убийца Лазаря пришел из-за ним? Я опоздала. Том исчез. Я была единственной, кому все еще было дело до Тома. Единственной, кто все еще верил в него. Единственной, мерзкой девчонкой, все еще ослепленной чувствами. Но с какой целью? Зачем искать наследие четырех основателей? Крестраж. Что? Крестраж. Вы знаете, что значит это слово, генерал? Магия столь темная, что немногие смеют даже говорить о ней. Единственный способ достичь бессмертия. Разрыв собственной души, чтобы заключить ее часть в предмет. Какого рода предмет? Кто знает. Он может быть чем угодно. Или, возможно, что-то, что тебе очень дорого. Вещь, которая что-то значит. Которая вызывает воспоминания. Которая является частью твоего прошлого. Вроде дневника. Значит, вы думаете, что полученный нами дневник — это крестраж? Я не могу сказать точно. Но я уверена, что и чаша, и медальон теперь более, чем просто наследие. И я думаю, что он на этом не остановится. Судя по тому, что нам известно, он уже мог добраться до диадемы Кандиды Коктевран. Уиглов. Что случилось с наследником Коктеврана? Рана серьезная. Останься здесь, успокойся и подожди, пока я закончу с целебным зельем. Надеюсь, это поможет. После всех этих лет, зачем ты меня искала? Потому что у нас есть общая цель, полагаю. А еще я полагаю, что в этом мире есть еще кое-кто, кого я могу назвать другом. Этот кое-кто ты? Дела все хуже и хуже. Теперь они зовут себя пожирателями смерти. Умора. Мы не в силах ничего сделать, пока загадка остается нерешенной. Мы обыскали каждый сантиметр тех развалин, но не нашли ни намека на меч. Вы говорите о мече Годрика Гриффиндора? Возможно, единственная реликвия, которую Том пока не смог найти. А какие намерения у Уиглофа? Мы должны остановить его, Уиглов. Если ему удастся добраться до меча, тогда... Мы должны его спасти! Он открыл тайную комнату. Он убил Лазаря. Он всегда предавал нас. Он истинное зло. Я с ним покончу и добьюсь правосудия. В Томе еще осталось что-то хорошее. Я это знаю. Том? Кто такой Том? Нет, Гриша. Не было никакого Тома. Он всегда был Воландом. Он всегда был... Продолжайте. Никем. Это имя просто... Оно не имеет значения. Похоже, сыворотка правды перестает действовать. Уиглов попытался остановить его, мистер Макаров. Он попытался, и сейчас... Он мертв. Мертв? Против него он не имел ни шанса.
Сначала барсук, затем ворон. Осталась только я. Единственная, кто все еще может остановить змея. Единственная, кто все еще может спасти Тома. Спасти его? От чего? От себя самого! Тот дневник... Если есть способ остановить Тома, он в нем. Это частичка его души, его жизни, его прошлого и моего. Поезд отправляется через час. Тебе стоит собрать свои вещи. Ты решил так со мной попрощаться? Поскольку я, как ты знаешь, школьный староста, едва ли будет возможно попрощаться в поезде. Так что... Да что с тобой такое, Том? В смысле? Что с тобой такое? Что, черт возьми? Почему ты постоянно все портишь? Такое ощущение, тебе нравится наблюдать, как мир разламывается на части. С Лазарем все будет в порядке. Уиглов, что ж, знаешь, мы с ним во многом похожи. Конфликт для нас — привычное дело. Но он выберет свой путь, а я буду придерживаться своего. А я? Какой ответ у тебя есть для меня? Ты же ловец, верно? Ты отлично знаешь правила игры. Ты должна поймать снич. Тебе нужно гнаться за ним, поймать его, чтобы закончить игру. Но он никогда не прекращает движение, его не остановить. Он со свистом рассекает воздух, и если ты хочешь его догнать, тебе нельзя отвлекаться. Ты не можешь думать. Не о прошлом, не о будущем. А к чему тогда дневник? В воспоминаниях есть нечто странное. Попытка их поймать может быть опасна. Хорошие воспоминания сложно поймать. А плохие, с другой стороны, гораздо сложнее спрятаться от них. Ты убежишь. Ведь так? Ты исчезнешь, я знаю. В этом весь ты. Но тебе не убежать от самого себя. Не убежать от своего прошлого. Прощай, Гриша. С тех пор... Вы когда-нибудь виделись? Нет. Пока что нет. Охранники! Освобождайте ее! Вы обвиняетесь в серьезных преступлениях. Попытка украсть материалы, принадлежащие советскому отделу мракоборцев. Сопротивление при задержании, неуважение. Но, я полагаю, тут какое-то недоразумение. Верно? Вы все мне рассказали, мисс Маклаген. И если у вас нет иммунитета к сыворотке правды, то вы говорили правду. И все же это ваша правда. Я не могу быть уверен, что все рассказанное вами было на самом деле.
Нам нужны факты. Доказательства. Никто не поверит в такую запутанную и противоречивую историю. Даже я не до конца верю. И все же, в вас есть что-то искреннее. Что-то особенное. Мы не можем воспользоваться дневником. Здесь ему не место. Если его владелец и правда Том Нарвал Реддл, то это проблема британцев. Так что я отдаю дневник вам. Я уверен, что вы сможете убедить свой отдел серьезно отнестись к вашему расследованию. Я убежден, что после Геллерта Гриндевальда они не захотят иметь дело еще с одним темным волшебником. Я прав? Генерал Макаров, я... Пожалуйста, заберите свою палочку и остальные вещи, прежде чем воспользуетесь порталом, который мы вам предоставим. Уверен, я вас еще услышу. Да. Удачи. Спасибо, генерал. И да, мисс Маклаген. Дневник. Я одного не могу понять. Откуда вы знали, что он у нас? А я не знала. Или, может, я знала. Что за... Черт возьми! Кто? Кто ты? Мое имя... Волан-де-Морт. Невозможно! Трансфигурация? Нет ничего могущественнее! Сыворотка правды? Тьма таит секреты. Гораздо более могущественные, чем просто зелье. Генерал, вы осквернили гробницу моей души. Гробницу, где покоится мое прошлое. Схватите его! Враги наследника, трепещите! Кому бы ни принадлежали эти останки, сейчас это не важно. Вероятно, его принесли в жертву, и кто знает, для какого темного ритуала. Это женщина. Ну все. Нам пора идти, пока мы не попали в снежную бурю. Гриндевальд был сражен. Но невзирая на это, из-за него погибают хорошие люди. Когда это кончится? Никогда. Тьма в мире будет всегда, Игорь. Тьма — это все, что у нас есть. А иначе, зачем нам обращаться к свету?